Чувашии реализуется 11 национальных проектов. В 2020 году на это предусмотрено более 17 миллиардов рублей. Самые крупные национальные и региональные проекты – демография, экология, образование, безопасные и качественные дороги. Как идет их реализация, обсудили на заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности. Большинство программ в рамках нацпроектов продвигаются по графику, однако некоторые реализуются с отставанием. Так, например, в 2020 году снизилась рождаемость, а значит и выполнение проекта «Демография» осложняется. Также не полностью выполняется региональная программа «Материнский капитал». Из 189 миллионов рублей выплачено только 40. Причина низкого освоения в данной ситуации – то, что в начале года у нас была опубликована информация об увеличении республиканского материнского капитала. Соответственно, люди не торопились обращаться за ним. В настоящее время наблюдается у нас тенденция роста количества заявлений. Соответственно, мы планируем и прогнозируем, что запланированные средства будут в этом направлении использованы в полном объеме. 7 национальных проектов сейчас курирует Министерство образования. На эту сферу выделено более миллиарда рублей. По данным министра Сергея Яковлева, заключено более 70% контрактов на строительство или ремонт образовательных учреждений. Но если выполнение большинства из них не вызывает опасений, то строительство детского сада в микрорайоне Лента может быть сорвано. В этом году также запланировано строительство нескольких школ, одна из них в Чебоксарском районе. В июле-августе 2020 года планируется объявить аукцион на строительство школа на 108 мест деревни Кашмаши. Мы наконец-то получили положительное заключение на прошлой неделе. Документы в понедельник будут переданы, надеюсь, уже для проведения аукционных мероприятий. По деревне Кашмаши отмечу, что общая сумма 211 миллионов рублей. Из них на 2020 год у нас определено 68,4 миллиона рублей. Большое внимание уделяется нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В 2020 году на эти цели выделено почти 3 миллиарда рублей. В республике за год должны привести в нормативное состояние 75 километров дорог. На данный момент отремонтировано почти 33 километра. В Чебоксарской агломерации работы должны вестись на 27 километрах. Выполнено больше половины. После проведения аукционов могут появиться сэкономленные средства, которые направят на проблемные объекты. Министр финансов Михаил Ноздряков призвал профильное министерство ускорить проведение конкурсных процедур, чтобы вовремя завершить все работы. В этом году никаких таких причин, которые позволяют говорить, что есть некие объективные причины, почему не возможно сложиться неисполнение, практически нет. Все зависит исключительно от нашей работы, все средства доведены. Михаил Ноздряков напомнил, пора подавать заявки на проектирование объектов уже будущего года в создаваемую республиканскую службу единого заказчика, чтобы ускорить процесс выделения средств и начало строительства. Татьяна Иванова, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев, Республика.